Здравствуйте, с вами снова интернет-канал Максимадзе, и вместе со мной тут Воротила. Ну, Лёха, короче, чё хочу, то ворочу. Поздоровайся. Всем привет. Да, прежде чем мы начнем. Знаешь как? Папа, 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 папа. Прежде чем мы начнем играть в Dead Space, я хочу кое-что сказать. Ребята, вы что-то в край обнаглели сегодня. Короче, я выпустил сегодня видео, на которое было связано, короче, был обзор на новую демку ремастера «Как достать соседа». Вы там просто накрутили, навалили дизлайков и начали писать гневные комментарии. Один комментарий даже, один пользователь Лёху оскорбил даже, я его не забанил. В общем, ребята, там и он, короче, написал. Не будьте злыми и не слушайте Максимадзе, он сумасшедший. Прекрати. Да мы все сумасшедшие. Эй, все перестань. Сумасшедшие. Что перестань, мы все сумасшедшие, пошли, давай. В общем, где Dead Space, где Dead Space пишут? Я жду Dead Space, а ты ничего не упускаешь. Вчера вечером вышла новая серия, сегодня утром вышла новая серия. Вам этого мало, что ли? Элли погибла, что ли, да? Не знаю, не знаю. Надо искать. Шма. Если... Чихну, не против. А, будь здоров. Спасибо. Ладно, пошли куда идти, я не знаю. Ребят. Эх, навигация не показывает. Опа, поднять, да. Видишь, ты обещал Dead Space, падает. Ты обещал Dead Space. Я обещал Dead Space, но я не обещал, что буду только его снимать. Есть другие игры, которые тоже надо снимать. Нельзя так хейтить жестоко. Вы что делаете-то? Это вообще ненормально, ребята. Я сегодня вот... Нет, завтра. Да успокойся ты. Тихо-тихо, не мешай, дай договорить. После... А у нас воздух-то заканчивается, смотри. Это температура. Температура. Нам надо возле огня держаться. А куда идти, я не знаю. Вот ты просто говорил, я диалог пропустил. Там в субтитрах можно было же прочитать. А, температура увеличивается, когда к огню подходишь. А куда идти, я даже понятия не имею. Сейчас посмотрим. Ага. А с чего это бы она показывала, куда идти? Я да... Ой, мама, мама, где я вообще? Чего меня сюда завело? Ё-моё. Поднять. Куда мы пришли? Короче, о-о, вот после этого видео завтра утром я выложу снова этот обзор, который снял. Если там будет... Слушай, ну ты сейчас... Нам надо это, идти, ты это... Да и идем, идем, и я говорю, идем. Если лайков будет не густо... О, господи, ты, боже мой, блин. Если лайков будет не густо, а дизлайков хоть отбавляй, все, Dead Space больше не будет. Вот видишь, такой момент произошел, ты даже не его не прокомментировал. Я прокомментировал. Я сказал, господи, нифига себе, что-то такое. This is crazy. There's nothing out here. The other half of the shuttle landed somewhere over here. Короче, ребята, больше так не делайте. Таким способом вы не добьетесь нужного вам прохождения, а скорее наоборот. Только замедлите его, так сказать. Ладно, в общем. Надеюсь, вы меня услышали, чтобы такого больше не повторялось. Иначе Dead Space не будет. Ой, мы скоро умрем, у нас температура маленькая. Так надо бежать. Смотри, мы приближаемся.
Ё-моё. Чё я тут вообще забыл на этой планете? Я хочу домой. Радар-то толком-то и не показывает, куда надо точно бежать. Ну, конечно, не показывает. Мы тут как бы впервые, мы даже не знаем, куда нам идти. Мы упали. Просто бежим прямо. О, что-то горит большой. Да, на этой планете слишком холодно. Наш челнок. О, Элли. О, это тот чувак. А. Ну, слава, смерть Богу. У него капец просто жестокая была. Это просто не какая-то. Элли. Не передать словами. Ну-ка дайте-ка разглядеть его тело. А, все, ему башку вообще вырвало. О, это что? Даже мозга нет. Ожидает видеосообщение. Ой. Она жива, походу. Они живы, это отлично. Так, стоп, Айзек, это ты, да? Ну да. Чё, всё ещё не понял, кто Айзек, кто да, Карпентер? Да, забыл. Как ты так забыл-то? Ну вот так вот. Так, вот это нам они оставили, вот эти огоньки. Эх, этот жалко, гад взорвать живой. Нельзя. Он мне вообще не нравится. О, гад, да, живой. О, господи. Ты издеваешься. Ай, блин. Господи, напугало меня. Че это было? А хрен знает, что было. Какой-то живой камень, походу, вообще. Ой, да ты весь в ранах. А я нет. Мне надо гардероб найти. Айзек, Элли должна пойти по этим путем. Ну же, пойдем вдоль трубы. Мне эта штука не понравилась. Что это за тварь была? Короче, проявляйте уважение к моим другим видео. Если вам не нравится, то... Да, слушай, ты этот весь ролик будешь твердить? Не буду. Просто не смотрите, но так хейтить, заваливать не надо. Иначе Dead Space не будет, и виноваты будете вы. Ладно, все, погнали уже, наконец. У меня даже датчик здоровья погнулся. Потрескался. Офигенно. Так. Куда идти, непонятно. Я больше не хочу к краю подходить. А то еще опять эта штука вылезет. А я подойду, пожалуй. Нет, не вылезло ничего. У меня там еще какая-то трубка кислородная оторвалась. Слава богу, блин, туда нельзя пройти. А может на лестницу подняться надо? Слава богу, тут есть кислород. А, ты поднялся уже, я думал, нет. Нифига себе. Нифига, у меня патронов-то много вообще. Боль почти... Как эта штука еще держится? 300 с хреном штук. Балострел. Электричество. Вентиль... А, нет, что-то тут есть. Много, крути, крути. Да ты буквой Ф крути. Так я так и делаю. Так много. А, надо нажимать ее, короче. Ты видел? Да, аж там что-то за окном было. Это то чудовище, которое нас кинуло. Да все, ты его уже раскрутил, видишь, загорелись. Ой, как красиво.
Они тут что, Новый год что ли праздновали, блин? Не знаю. О, хотя какой тут Новый год-то может быть? О, я робота заберу. А у меня робот есть. Ой, тут что-то есть. А, это простыни. Как выбраться отсюда? Куда? Давай сюда иди. Иди ко мне быстрее. Я? Да. Подожди, я тут кое-какую штуку собрал. Да ты задолбал. Затягивать время. В смысле задолбал? Чё ты ругаешься так? Извини, ладно. Ты тоже собирай всякие цели. Чё с... У меня до хрена всего, чё собирать-то. Так, создание оружия, создать предмет. Обойма. Батарею создадим. Создание оружия. Ну, давайте создадим какую-нибудь фигнюшку. Тяжелая элитная станина, компактная элитная станина. Какую лучше создать? Не знаю. Тяжелая, компактная. Я что-то какой-то гранатомет создал. Под одну руку. Двухручного оружия. Наверное, двухручное будет мощнее. Давайте его сделаем. Да. Сейсмонализатор, который использует детонирующие заряды. Интересная вот вещь, пригодится. Сделал. Создать новые инструменты. Так, новые нельзя создать. Сейсмонизатор. Интересная вещь. Проверим. Оставим ее здесь, короче. Я гранатомет сделал. Офигеть. А я сделал, пока сам не знаю, что он. Сейчас мы ее проверим. Выходи, выходи отсюда, давай. Сейчас проверим. Ох! Твою ж налево, вот это! Ты что сделал? Она, тоже так, она, я выстрелил, она откинула меня вообще. Так. Гранатомет тоже сделал, что ли? Не знаю, она... Ну вот. Да, гранатомет, смотри. Точно. О, тогда я его... Ой, что это было? Это ты выстрелил, что ли? Да, я тогда его оставлю, ты ходи с гранатометом, а я мое прежнее оружие возьму. Только ты это им аккуратнее стреляй. Так, я хорошо. Пулемет возьму, наверное. Пулеметом мне, честно говоря, легче стрелять. Стоп, не туда зашел. Сейф. Гидравлический пистолет, гидравлический потрошитель. Так, пулемет. Вот на это заменить. Так, все, выходи. 400 фигнюшек. Ладно, давай уже там быстрее, пошли уже. Че время зря терять? Иду. Урон поставлю. Ждем напарника. Уже иду. Все, иду. Ты робота забрал, да? Так он у меня был. А. Ну давай быстрее. Че ты псипуешь? Пошевеливай задницу свою. С ранами. Ну, открывай. Я открыл, она едет. Или
где твой танец? Как хорошо, что ты пугал сейчас. Так, что-то мне не нравится сооружение, какое-то оно не крепкое. Еще и такой ветер. Гранатомет. Ой-ой-ой, что такое? Опять эта тварь. О! Господи. Она нас что, теперь все время будет преследовать? God damn it! Clark, you alright? Yeah, I think so. Ага, думаю, that thing has it in for us. We can't stay outside much longer. Что ты мечтаешь? Мы должны идти дальше вдоль трубы. Ну же. Ты за своего персонажа дочитайте. Да чё читать? Мы так путаться будем. Почему? У твоего персонажа твой голос. Да. Моего свой. Ну да. Ой. Давай. Воу! What the fuck? Ты чё, из гранатомёта ближним... Да я думал, у меня пулемет в руках. Сам себе навредил, блин. Так, куда? Сюда, что ли? Температуры мало. У меня тоже вообще очень мало. Так, это все собрать надо. Найден артефакт. Какой же такой артефакт, интересно. А куда идти? Тут выхода-то нет. Нигде. Ого! Вот это я улучшил. Ты смотри, что я наделал. Я пока стреляю, он еще и замедляется. Нифига себе, у меня оружие. Вот тут тепло. Надеюсь. Да, тебе действительно тепло. О, я еще одного робота. Снарядите, чтобы найти робота, что ли, поставить здесь. Нет, я еще одного, у меня теперь их два. Ой, у меня баг. Читай, что написано. У тебя есть тут дверь? Смотри, у тебя тут дверь есть? Где? Где дверь? Ты то же самое видишь? Вот здесь, что ли? Нет. Вот, смотри, где я. Где ты? У меня тут текстур нету. Ха-ха-ха, блин, жаль, я не вижу. Давайте я фотографию в ВК скину. У меня нормально все. Давайте я скину фотографию. Да. Заходи. Я, если не забуду, я ее поставлю на запись. На это, монтирую эту фотографию. Нифига себе. О, двери появились. Блин, отойди, дай согреться. А что делать-то? Нет. Ну туда а идти там выход, куда-то. Что ли? Там выход есть? А что, нету? Ну, у меня нет. Сейчас проверим еще раз. О, появилось. Есть выход здесь. Все, появилось. Куда ты жмешь-то? Что, ты сделал фотографию или нет? Да. Оу. Видел, как они от моего оружия отпрыгивают? Так, сейчас посмотрим. Оу, защищай меня. А, да, у тебя нету текстур. Блин, у меня с интернетом беда. Фотографии медленно подгружаются. Но я вставлю на записи. Я вставлю в видео, если не забуду. Куда идти? Куда идти? Отличный вопрос, я не знаю ответа. Здесь ничего не видно. О! Звук. Тут где-то робота можно оставить. Во!
оставлю тоже. Пусть ищет, куда идти. Я два оставлю. У меня один только. Надеюсь, роботы не замерзнут. Как роботы-то замерзнут? Они же не люди. Ну так металл уже замерзает. Ой, смотри, снег. О, what the fuck? Они взрываются. А, это ты что-то выстрелил. Это ты взрываешь. Да? Да. У тебя же гранатомет. Стреляй. А я думал, у меня это пулемет. Я сейчас замерзну так. О, меня сзади атакуют. Да задолбали уже. Какая оружка классная. Да, да, это действительно так. Только надо с ней обращаться осторожно. Я про твою. Так у меня тоже классная. Надо только обращаться осторожно с ней, а то себя взорвать можно. О, ой! Ты... Быстрее! Двери открыты. Где двери открыты? Ты куда? Ты куда побежал? Назад беги. А, да дебилы. Быстрее. Еще одна, еще одни монстры появились. Да быстрее, да ты туда. Не стреляй в них. Че не стреляй в них? Открывайся, давай. О, дед. Ты че замерз, Бако? Зимние комбинезоны, но этого мало, я решил остаться. Что это такое? Тир? Что это такое? А, нет. Какой же это тир-то? Здесь заперто? Чё оно не крутится? В общем, мы не проверили. Ты слышал? Да. Слышу. У них есть зимние комбинезоны внизу, слава богу. Голова девятая. А, отлично, блин. И куда ты найди пошел? Гардероб и что-то еще. Куда ты пошел? Да здесь проход. Куда? Вот сюда. В смысле? Нам надо по лифту спуститься. Сказал же он. Ты что, его не слышал? А может лифт там? Лифт он там, он сломан, надо его починить. Вот запуск, 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 запуск. Вот шестеренку берешь и вон туда хоп. Вставляешь шестеренки, я буду раскручивать. Давай, раскрути, я пока пойду ставлю. Ой! Запуск! Тут опять этот монстр ползает. Паук большой. Ну ничего, мы же внутри здания какого-то там. Останови, не... Во. Все, поехал. Ой, там еще одна шестеренка была. Ну и что, поехали. На. А. Поехали. А как... Так. Да. Здесь выход, да? Да. А, здесь нельзя пройти. Какого черта, в смысле? Да не тупи, ты что там, выход? Где выход? Ты прикалываешься? Не вижу я выхода здесь. А это что? Блин. Я ору тебе. Кошмар. Как бы ты один проходил эту игру? Да проходил бы, я думал. Додумался бы когда-нибудь. Вот, и снял маску. А у тебя вообще нет маски. Но она сломалась. Видишь, я еще не настолько очерствел. Или, значит, для меня больше. Ну, что ты не считаешь? Да блин. Ты мне скажи.
У тебя каша в голове, мне кажется, блин. Ага, у меня одного. Где твой танец? Да сейчас не до танцев, я замерз. Вон он, гардероб. Ага. Так, здесь закрыто. Открыто, блин. Ой, это кто? Ты видел? Нет. А эта фигня не дорвется, если я не постреляю? Нет. Тихо, тихо. Тут дети какие-то были. Не открывается. Ну так ты же видишь, что там нету синенька. Чего она бы открывает? Тут что-то сверху, по-моему, вылезло. О, блин, теперь... вот это чудище. Напугать решили нас таким способом, что... Ой, монстры! Ой. I'm a motherfucking sheep. Ай, блин, блин, подлечите. Помогите мне. О! Сейчас. Еще один напал на меня. Он убил меня. Вот тебе голову оторвал. Прокусил. Я не успел восстановить здоровье, и он убил меня. И стреляй быстро, видишь, они шутки. Так, я гранатомет, наверное, возьму. Мелкие псы. Ау! Я убил самого себя, блин. Пулемет бери. Да, я хотел выстрелить гранатометом когда-нибудь. Так, давай давай это, пойдем медленно. Да блин, он перезаряжает его долго. Я и так тут всех перебил почти. Я не успеваю в них выстрелить, когда надо. Потому что гранатомет перезаряжается. Гады. Мне кажется, почти всех я тут убил. Ой, патроны, 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 патроны. Еще патроны. Вот сюда давай. Гардероб тут. Гардероба нигде здесь нет. Ну вот, мы сейчас к нему идем, нам надо... Дверь там закрыта, нам надо как-то пройти через... обход сделать. Ой, ты током бьешься. Еще один. На меня залез. Я сейчас... Оу! Помогите мне! На помощь, Леха, блин! Кончились аптечки. Скелеты малолетние. У скелетов кожи нет. У меня... кончились аптечки. А, выпала аптечка с них. Ох, нифига их тут. Че ты робота-то взял? Обезьяны. Обезьяны, то скелеты. Че ты придумываешь, а? Ух. Так, открывай дверь. А! Тут еще монстры. Ой. Так, я готов стрелять, если что. Если я начну стрелять, я стрелю то, что у тебя ниже пояса. Ну да. Это что за баллоны? Не взрывается здесь ничего. Ой, двигатели. Что за двигатель? Да фиг его знает, что за двигатель. Это что мне такое? Цель же. Зам размокнут, а нет энергии.
сломано тут что-то. Ах, да, сейчас. Надо, чтобы все совпали. Нет, еще поверни. Вот, стой. Вот так остановись. Остановись! Ну убери! Ага, значит вот эту еще. Вот. Отлично. Почему она острая? Колючки какие-то тут вообще, шипы, блин. Ой. Ой, назад. А как пройти-то? Это ловушка. Стой назад! Я не успел. Ну зачем? Я же сказал, не. Да блин, я не знаю. В смысле ты сказал? А, мы прямо здесь появились. Отлично. Пусть она хоть чуть-чуть разгонится. Не надо, не надо сейчас. Отойди, отойди. Не успеешь. И сейчас тоже не успеешь. Успею, не боись. Я прорвался, а вот монстр нет. Тут можно подзарядиться. А что здесь Ой. Делать вообще надо? Я что-то ничего не понимаю. Надо пройти туда. Сейчас тебя задавит, наверное. Ну ты быстрее беги, я ее держу. Как ты ее держишь? О, а! Я не успел. Ой, нет. Ой, ну старый ты уже, Максим. Да! Оу, мадафака! Старый ты уже. Да ты старше меня вообще, да? Да я имею в виду. Ты не соображаешь. Я ж тебе сказал, беги, значит беги. Следующий. Ай! Зачем я гранаты-то выстрелил? Вот сейчас стой, пусть монстра задавит сначала. Ой. Пусть его задавит. Да куда ты пошел? Так его задавит. О, да зачем его на себя привлек? Вот. Да он не навредил мне. А ты специально. Ха-ха-ха-ха-ха, молодец. Я сейчас специально умер. Да, да, конечно, специально ты умер. Специально, чтобы ты стоял и не бежал. Я хочу посмотреть. Да. Не беги, пожалуйста. Да блин, ну чё, ну какая разница-то? Ну мне интересно, он там прищупится. Не прищупится, а нет, выйдет. Так, подзарядиться. Бот ждет на станке. Блин, я забыл про гранатомет вообще. Держи. Я не успел. Да как так? Так, держи еще раз. Есть. Отлично. Ой, ё-моё. Ох, ёшкин кот, да тут. Нет, не подходит такая комбинация. Так. С этой стороны есть и то, давай-ка повернем. Вот давай-ка вот это вот. Блин, я не могу повернуть ее. Все, вот так вот оставь. Вот так. И эту. Я так и хотел на самом деле сделать сейчас. Отлично. Сейчас набегут. О, нет. Гранаты где? Гранатомет бери, вот сейчас туда пуляй. Что-то не помогло. Ну потому что ты мимо. Как-то мимо, я в него прям целился.
А, ладно, гранатомет тут не сильно помогает. Капец, какие они звуки противные издают. Стоп, сейчас еще, наверное, появится. Да хватит. Ну что ты топтаешь-то по полу? Да он там что-то орёт. А, опять вот эта хрень. Не, опять осталось. То есть мы вышли отсюда, теперь надо туда попасть. Ну ты что? Да все, не успею уже, я туда подбегал. Я сам сейчас заморожу ее, господи. Промахнулся, блин. Ты не промахнулся, ты сейчас не замораживал. А, зачем ее притягивать? Блин, не вовремя я ее заморозил. Блин. Да я заморозил, беги. Да не, да как я тут да пробегу? Беги, я сейчас только что заморозил, беги. Да я не смогу тут пробежать. Вот ты говоришь беги, беги, а я тут не могу уже пройти. Сейчас заморожу, мог, господи. Ты мог пройти. Не мог я тут пройти. Посмотришь на видео, я не мог там пройти. Хорошо. Посмотришь у меня потом на видео, я там не мог уже пройти. Она уже поехала и заградила мне путь. Да я потом ее еще раз заморозил. Ну так и смысл был, я не мог там пройти ее уже. Получена дополнительная миссия, да? Где гардероб? Эта дверь закрыта? А, гардероб, наконец-то. Я, наверное, этот костюм оставлю. А, тут два гардероба даже есть. Я в этом костюме хочу остаться. О, это что такое? Нужен термокостюм. А термокостюм-то есть? Ну-ка, иди сюда. Потому что в этом ты замерзнешь. Арктический костюм был разблокирован. Да. Ой, надеюсь, мы сейчас не будем в одинаковых ходить. А чё, было бы офигенно, наверное. Нет. Давай, баба, автоэкипировщик, срабатывай. Бу-бумс. Нет, наверное, не будем. О, вообще офигенный костюм. Просто красота, блин. О, так не... А, у тебя костюм пчелки. У меня такой же, только желтый есть. Ну, будет, точнее. А теперь смотри мой. Нет, нужен термокостюм. Нет, посмотри мой. Арктический. А у меня арктический. Смотришь? Да. Вижу, смотри, вижу. Какой он сейчас классный будет. С пухом, с мехом. Мой костюм, который сейчас одел, не подходит, оказывается. Смотри. Да. Это ты нужный он костюм одел и... сейчас? Да я, да. Он еще и, смотри, с маской. Да, заметил я, что есть маска, так. От коронавируса. Арктический костюм. Да блин, я же арктический костюм одел, в смысле? Ну вот и все, теперь пошли. Так он не пропускает меня. Ну меня да пропустил. Меня нет. Ладно, еще раз сейчас попробуем сменить. Да зачем? Я уже открыл двери. Меня не пустили. Ну ладно, сейчас попробуем. Просто надо было меня подождать. Блин, ну у тебя он современней. Ну да, красивее. Чем у тебя. Сейчас, блин. Там закрыт. Ты там не пройдешь. Аудиосообщение. Сэр Акерман,
Да нет, там очень холодно. Блин, стоп, мы здесь уже были. Да вот, надо в лифт, я жду, пока ты дверь закроешь, эту дурацкую. Господи. Я ж не могу лифт вызвать-то. Ну вот, теперь мы в новых костюмах. Да, твоим приватным танцем. Это надо отметить. Другое дело. Кстати, у тебя красивый костюм. Классный. Да. Эх ты, старик. Сам старик. Да я ему. А, я думал, это ты мне сказал. А он умер или что? Ну, нет, спит. Конечно, умер. Но мало ли. Может, просто заморозился. Чё? Только авторы ладно, не ребята, могли не выдумать. На этом сегодня наша серия заканчивается. Да, короче. После этой серии завтра утром выйдет после... снова, да. Перезалью я тот обзор. Если там лайков будет не густо, а дизлайков будет хоть отбавляй, то никакого Dead Space больше не ждите. И это ваша вина будет. С нас эпичные видосы. Да. Подписывайтесь на мой... запасной канал, на канал Лёхи. И до новых встреч. Всем пока. Всем пока. Обязательно запомните, что я вам сказал. Всё, всем пока.